27 декабря в России День спасателя. Отмечать праздник сотрудники МЧС уже начали. Но не концертами и торжествами, а акцией «День донора». Они сдавали кровь. Все как полагается. Сначала медосмотр, затем экспресс-тест на группу крови и уровень гемоглобина. В итоге донорами стали 50 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Каждый из них отдал по 450 миллилитров крови. Подобные акции МЧС проводят с 2011 года, а за это время сотрудники Министерства сдали для нуждающихся более 180 литров крови.